Здравствуйте, с вами Александр на канале «Финансовая независимость». Это канал об инвестировании и пассивном дивидендном доходе. Уже много лет реализую стратегию под названием «Дивидендная зарплата» и довольно удачно. Сегодня же речь пойдет в основном о жилой недвижимости, о перспективах цен на недвижимость в текущей сложной ситуации. Будут описаны ближайшие перспективы цен на квадратные метры, среднесрочная перспектива, ну и в общем-то и будущее. Конечно же, затрону и довольно серьезно темы цены на нефть, курса доллара и доходов населения. Прежде всего потому, что все эти вопросы тесно взаимосвязаны и непосредственно или косвенно влияют на цены на недвижимость. Я инвестирую давно, более 20 лет, и за рынком недвижимости наблюдал все это время. Поэтому отлично помню, как вела себя недвижимость в 2008 и 2014 годах. И проведу некоторые параллели, что позволит с довольно высокой вероятностью оценить перспективы поведения сегодняшних цен. Не переключайтесь, и вы узнаете, как могут повести себя цены на недвижимость в ближайшее время и чуть позже. Что может быть после завершения эпидемии и какие угрозы для рынка недвижимости таит в себе приближающийся финансовый кризис. Что будет с ипотекой, покупать или продавать сейчас, брать ли ипотеку, ну и так далее. Будут и конкретные рекомендации для покупателей и продавцов по поведению на рынке недвижимости уже сейчас, в данный момент времени. Обязательно коснусь цен в новостройках. В общем, будет интересно и крайне полезно всем, кого интересует данная тема. Итак, начну не издалека, но с описания текущей создавшейся ситуации. Это будет важно для понимания тех ценовых тенденций, которые возможны на рынке недвижимости. Что сейчас происходит? Из-за карантина в мировой экономике останавливаются бизнесы и страдают целые отрасли и малый бизнес. Конечно же, падает спрос на различные товары, в производстве которых так или иначе участвует нефть. Как следствие, падает спрос и цена на нефть в том числе. Данный процесс усугубляет ухудшающееся финансовое положение Российской Федерации, ну, в общем-то, до сих пор очень сильно зависящий от цен на нефть. Именно поэтому мы с вами наблюдаем сейчас резкий рост доллара относительно рубля. И надо признать, что если цены на нефть продолжат падение, то курс доллара тоже не будет стоять на месте. Вряд ли Центробанк России будет поддерживать курс доллара в сложившейся ситуации. Скорее всего, будет поддерживаться долговой рынок и экономика. Ну и, возможно, такая адресная поддержка населения с целью хоть немного повысить обвалившийся спрос на товары и услуги. Ну, в общем, вот такая вот ситуация. Ну а теперь перейду непосредственно к рынку недвижимости и начну с параллелей с 2008 годом. Смотрим график. Это график стоимости квадратного метра в Москве в рублях с 2000 года. Региональные рынки и рынки СНГ во многом похожи по своим тенденциям и законам. Закономерности те же, если нет, конечно же, каких-нибудь уникальных страновых или региональных особенностей, о которых здесь речи не пойдет. График взят как пример конкретного рынка недвижимости на данном периоде. Так вот, на этом графике хорошо видно, что рост стоимости усилился в кризисном 2008 году. И это происходило уже, когда кризисные явления были очевидны. Америка уже вступила в рецессию тогда, а в России уже дорожал доллар. Но все думали, что рецессия в США нас не заденет. Я очень хорошо помню, что даже осенью 2008 года, когда резко обвалился фондовый рынок США после краха банка Lehman Brothers, у нас резко выросли цены на недвижимость. Потому что продавцы квартир тогда таким образом попытались компенсировать скачок доллара и уйти от рисков обесценения рубля. У народа были и доллары, и рубли тогда, ну, в основном, конечно же, рубли. Экономика стояла на довольно устойчивой траектории роста, реально располагаемые доходы населения в то время росли и росли довольно-таки хорошими темпами. И многим тогда казалось, что недвижимость не умеет падать и всегда будет расти в цене. И поэтому были покупатели по этим завышенным ценам. Ну, правда, они скоро закончились, но это было уже попозже. Звучало предположение, что цены на квадратные метры обязательно должны подтянуться к новым уровням, учитывающим рост доллара. То есть долларовые цены на квадраты не должны упасть. Но это было явное заблуждение. Повторюсь, что далеко не все участники рынка недвижимости тогда, в 2008 году, это понимали. Ну а потом, когда кризисные события стали развиваться в полной мере, цены на недвижимость начали корректироваться. Все это видно, в общем-то, на графике. Специально не привожу здесь долларовый график цен, чтобы не запутать зрителя, ведь покупка-продажа жилой недвижимости производится в рублях. Ну, во всяком случае, на территории Российской Федерации. Если же у вас накопились доллары, то поздравляю, вы сможете купить недвижимость очень выгодно для себя. А я продолжаю. В чем же коренное отличие той ситуации кризиса 2008 года от текущей? Первое. Как я уже говорил, покупатели-продавцы тогда не видели еще ни разу серьезного падения цен на недвижимость в те годы. А сейчас мы способны более трезво оценить текущую ситуацию. Второе. В то время экономика и рост благосостояния населения находились на подъеме и деньги были.
И наоборот, в наше время мы наблюдаем снижение реально располагаемых доходов домохозяйств уже много лет подряд. У населения просто нет денег. В запасах государства деньги есть, а у населения нет. Однако и тогда, и сейчас большинство участников рынка недвижимости думают, что покупка квартиры – это спасение сбережений от инфляции. Основная часть соотечественников не видит других альтернатив по сохранению сбережений, кроме доллара и недвижимости. Ну, по факту это верно только отчасти. Ну, финансовая грамотность невысока была в те года и остается таковой сейчас, но это к сожалению. Но я не буду переходить к перспективам инвестирования в акции, которые мне кажутся очевидными в этом случае. Выпуск же про недвижимость, про нее и продолжим. Так вот, уже сейчас, в начале кризисных явлений, наблюдается довольно резкий спрос на недвижимость. Рынок зашевелился, цены меняются активно, кто-то снимает квартиру с продажи, а кто-то, наоборот, выставляет именно сейчас. Поднимаются цены, активность. Связано это прежде всего с тем, что есть опасения дальнейшего роста курса доллара на фоне падения цен на нефть. И предполагается, что российский Центробанк будет сдерживать доллар повышением ключевой процентной ставки, как было это во время локального кризиса 2014 года, что в свою очередь приведет к повышению ипотечного процента. И надо понимать, что именно снижающаяся ипотека в последнее время была основным, ну можно сказать даже единственным, драйвером роста цен на недвижимость последних докризисных месяцев. И вот теперь этот положительный для роста цен фактор, а именно снижение ипотечного процента, может уйти. На протяжении довольно долгого периода ключевая ставка Банка России снижалась, а вместе с ней и процентные ипотечные ставки тоже уменьшались. И все больше соотечественников могли купить квартиру с помощью ипотечного кредита. Жилая недвижимость таким образом становилась все доступнее. А сейчас, в текущий момент времени, уже начались повышения ипотечных ставок в некоторых банках. Ну, это, в общем-то, не секрет, вы это можете проверить. Строго говоря, ипотечные ставки начали повышаться чуть раньше, но в данный момент времени добавляется еще и коронакризисная составляющая, ну, в этом повышении ипотеки. Но при этом в то же самое время сейчас краткосрочная тенденция по цене за метр на рынке недвижимости явно повышательная. Вот такой парадокс есть. Растет спрос, так как многие пытаются реализовать недавно подтвержденную ипотечную ставку, так как есть предположение, что в будущем процент по ипотеке может быть только выше. А другие покупатели по старинке хотят застраховать себя от обесценения рубля и стремятся уйти в недвижимость даже на фоне небольшого подорожания и продолжать покупки. На мой взгляд, все это панические настроения и реальных фундаментальных причин для роста цен на недвижимость сейчас нет совсем. Это просто бегство от рублевых рисков. Ну, почти как на фондовом рынке. И закончится оно, это бегство, довольно быстро. Так же, как закончилась массовая скупка гречки и туалетной бумаги в магазинах. Уверен, что многие скажут, что аналогия совершенно неуместна, но психологическая причина такого ажиотажа очень похожа, на мой взгляд. Так вот, денег и так у населения было немного, и поэтому этот спрос на недвижимость закончится явно быстрее, чем в 2008 и 2014 годах. Тогда ажиотажный спрос на недвижимость продолжался несколько месяцев, а сейчас повышенный спрос продержится, ну я думаю, ну вот до мая. Ведь многие, даже относительно богатые домохозяйства, уже начинают переходить в режим экономии. Даже и у относительно состоятельных людей страдают их бизнесы, и новая недвижимость в этом случае может подождать. Так вот, если впереди ужесточение карантина и проблемы с коронавирусом, как в Европе, то денег у населения станет существенно меньше. И цене на недвижимость просто не на чем будет расти. Те, кто хотел купить, а их, как я уже сказал, будет меньше, чем в 2008 году, те купят, и повышенный спрос закончится явно быстрее. Не думаю, что текущий рост цен на квартиры продлится более 1-2 месяцев. А что будет дальше? Интереснейший вопрос. А дальше продолжится обнищание населения, осознание, что ипотеку, возможно, выплачивать будет не из чего в будущем, произойдет некое отрезвление. Могут возникнуть проблемы с текущим доходом домохозяйств, которые займут, вот эти проблемы займут голову большинства потенциальных покупателей недвижимости, и вопрос про квадратные метры будет отложен до лучших времен. И спрос таким образом упадет. Да, в такие моменты застройщики начнут предлагать хорошие скидки, но пока не наладится экономика и доход граждан не станет стабильным, данные меры будут иметь ограниченное влияние на рост продаж. Возможно, подключится финансовая власть страны и может дойти даже до массового субсидирования или дотирования ипотеки. Это очень хорошо, конечно же, для покупателей и в перспективе поддержит цены на недвижимость, но без стабильного прогнозируемого дохода люди не будут массово вписываться на долгие годы даже в заметно подешевевшую ипотеку. В общем, если пришедший кризис надолго, то ценам на квадратные метры падать придется, еще и потому, что недвижимость не предмет первой необходимости, а в тяжелые времена многие домохозяйства переходят в режим экономии и даже выживания.
И важное. Я просто обязан сказать следующее, что если в стране начнется серьезная инфляция, то цены на недвижимость будут расти. И тогда окажутся правы те, кто боялся обесценения рубля и уходил в недвижимость. Ну, из рублей. Однако серьезных предпосылок для высокой инфляции в десятки процентов пока нет. Итак, особое внимание стоит обращать на цены на нефть. Если ценовая нефтяная война между Россией и некоторыми странами во главе с Саудовской Аравией не прекратится, и даже наоборот затянется, то росту цен на недвижимость взяться будет просто неоткуда. Денег у домохозяйств будет мало, народ будет затягивать пояса в надежде на то, что лучшие времена придут потом. А мы помним, что ключевым фактором роста цен на недвижимость является платежеспособный спрос населения. И как только станет понятно, что по слегка завышенным ценам продать не удается, то цена начнет снижаться. Именно поэтому я думаю, что текущий повышенный спрос и небольшой рост цен на квартиры продлится недолго, как я уже говорил. Судя по предыдущим кризисам 2008-2014 годов, можно было ожидать, что этот период будет длиться около полугода. Но в текущих реалиях отрезвление наступит явно быстрее. И поможет в этом вирусный коллапс в экономике. А теперь несколько слов про новостройки, как и обещал. Сейчас в сегменте новостроек будут происходить те же процессы, что и на вторичном рынке. Ну, то есть, возможно, краткосрочное поднятие цен. При этом застройщики понимают ситуацию гораздо лучше отдельных владельцев квартир. У большинства строителей есть опыт, а хозяева квартир больше подвержены эмоциям, и многие не помнят, как это было в прошедшие кризисы. Поэтому довольно скоро начнутся скидки на новостройки. Строители захотят успеть реализовать хоть какой-то объем до того, как рынок недвижимости начнет устойчиво снижаться. А пока все будут делать вид, что ничего страшного не происходит. Будут рассказывать нам, что растет себестоимость от того же курса доллара, и будут говорить, что и так уже понесли серьезные издержки в связи с переходом на эскроу-счета, поэтому цене падать некуда. Но все это не очень важно и не является долгосрочным поддерживающим фактором для цен в новостройках. Реально на цены и в новостройках тоже влиял, влияет и будет влиять платежеспособный спрос со стороны населения. А именно он и рискует остаться под давлением на довольно длительном будущем периоде времени. И обязательно нужно добавить в этой связи, что со временем у застройщиков могут появиться проблемы с достройкой и сдачей в эксплуатацию своих объектов недвижимости. Это тоже нужно учитывать. Ну, хотя и большая часть этих потенциальных проблем уже учтена как раз-таки недавно введенными эскроу-счетами. Так, а теперь советы и рекомендации. И прежде чем начать эту самую важную часть сегодняшнего видео, хочу порекомендовать вам посмотреть некоторые довольно немногочисленные видео из моего плейлиста с простым и емким названием «Недвижимость». Там есть очень важные видео про ипотеку и аренду. Не пренебрегайте этим советом, материалы тех видео пригодятся вам в жизни однозначно. Смотрите и не говорите, что не видели. А я продолжаю. Итак, советы и рекомендации по поведению на рынке недвижимости сейчас и в недалекой перспективе. Для покупателей квартир. Если очень нужно и важно купить квартиру именно сейчас, то покупайте. Причины для этого у вас могут быть разные. Надеюсь, они не только эмоциональные, а еще и реально уважительные. Если вы можете подождать, то подождите. Подумайте, а ведь подождать есть смысл. Я всегда был против принятия резких судьбоносных решений в кризисные времена. Можно просто наломать дров. Если очень хочется взять сейчас ипотеку, то подумайте уже раза три, не меньше. Я в принципе против кредитного рабства, а тут еще и перед надвигающимся кризисом. Это атомная смесь и, возможно, очень судьбоносный удар по вашему благосостоянию на долгие последующие времена. Просто подумайте, что вы подпишетесь под регулярные выплаты процентов по ипотеке на много лет. А если начинающийся кризис затянется? А если ваш доход упадет? А если работы не будет? Проблемы с работой вполне могут быть. Могут появиться, и многие уже сейчас их чувствуют на себе. Просто подумайте на эти неприятные темы, поразмышляйте, как вы будете выходить из подобных проблем, есть ли у вас соответствующие ресурсы для их преодоления и так далее. Также хочу добавить, что, скорее всего, финансовые власти будут сдерживать и ключевую ставку, и рост доллара, и рост ипотеки до 22 апреля. Ну или до дня голосования за поправку в Конституцию. А вот дальше мистер рынок все расставит на свои места. Советы и рекомендации для продавцов квартир. Если очень нужно продать, то продавайте. Вы не угадаете, выгадывая и вылавливая лучшую цену и лучший момент для продажи. Если хотите поставить цену повыше и продавать, что называется, не торопясь, то рискуете продавать этот объект месяцами и, возможно, годами. При этом, опять же, возможно, придется снижать цену постепенно и все равно не успевать за падающим спросом. Я не говорю, что именно так и будет, но предпосылки к развитию такого сценария я уже описал и повторяться не буду. В дополнение продавцам, а также порекомендую учитывать фактор 22 апреля.
Ведь рост цен и спрос могут обоснованно продлеваться только до дня голосования. Потом постепенно могут начать проявляться факторы, связанные со снижением платежеспособного спроса. И еще про цен на квадратные метры в кризисных условиях. Даже если надвигающийся кризис будет недолгим, о чем говорят некоторые эксперты, то текущий удар по экономике и платежеспособному спросу уже нанесен сильный, и оправиться от него совсем быстро не получится. Сначала будет восстанавливаться спрос на более нужные товары и услуги, а потом очередь дойдет до недвижимости. А цены на нее могут уже упасть довольно заметно. В общем, вижу смысл покупателям подождать до прояснения ситуации, если вы, конечно, можете ждать по своей индивидуальной ситуации, а продавцам продавать сейчас и не жадничать, так как скоро, возможно, уже придется снижать цены. Если, конечно, государство не вклинится в рыночный процесс ценообразования, дешевой дотируемой ипотекой или чем-то вроде этого. А на сегодня это все. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пожелаю вам удачи на рынке недвижимости.